Привет, друзья! Сегодня мы с вами готовим очень вкусный сытный омлет с фасолью. Берем глубокую миску и разбиваем в нее яйца. Количество яиц зависит от желаемой порции. У меня было 3 штуки, мы ели омлет вдвоем. Сразу же добавляем в яйца немного соли и хорошенько взбалтываем вилочкой. Теперь добавляем к яйцам молоко или сливки. Здесь важно, чтобы молока или сливок не было слишком много. Берем 1 столовую ложку на 1 яйцо. Если жидкости будет слишком много, то омлет получится невкусным и водянистым. И снова хорошо все перемешиваем с помощью вилки или венчика, но не взбиваем. И затем берем консервированную или вареную фасоль. Добавляем ее к яйцам. Количество зависит от ваших предпочтений, я положила 3 столовых ложки. И опять все хорошенько перемешиваем. На плите разогреваем сковороду и смазываем ее небольшим количеством растительного масла. Я использую силиконовую кисточку. Практически я всегда пользуюсь кисточкой, потому что не люблю, когда масла слишком много. Теперь убавляем огонь до минимального и выливаем на сковороду наш омлет. Накрываем крышкой и готовим на самом медленном огне примерно 5-7 минут. Когда омлет готовится, крышку лучше лишний раз не открывать. Посмотрите, какой он получается пышный и красивый. Я обычно разрезаю такой омлет на 2 части и складываю каждую часть пополам. Подаю на завтрак или обед с зеленью или овощами. Такой омлет очень вкусный, сытный и полезный. Он понравится и взрослым, и деткам. Приятного вам аппетита!